Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать легендой. И это не зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли геройский поступок, создал ли нечто особо ценное. Достаточно того, что он прожил такую огромную и такую непростую жизнь. Сколько в ней было взлетов и падений, встреч и расставаний, радости и слез, нам и не снилось. 9 июля свой замечательный юбилей, 90-летие со дня рождения, отметила жительница Улакашихабль Екатерина Свангириевна Ужева. По традиции именинницу поздравили представители власти района, первый заместитель главы района Руслан Немыков и заместитель главы Кашхабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов. Гости пожелали Екатерине Свангириевне крепкого здоровья, кавказского долголетия и вручили поздравительное письмо от президента России, подарок от главы района. Юбиляша, в свою очередь, поблагодарила их за уделенное внимание. Родилась Екатерина Сангириевна в 1926 году в ауле Кашихабль. Юность ее выпала на тяжелые военные годы. Вместе с супругом Хусеном Хаджмитовичем воспитали 5 сыновей. Один из секретов долгожительства, по мнению юбилярши, это постоянное движение. Несмотря на свой возраст, Екатерина Свангириевна бодра и пребывает в хорошем настроении. По-видимому, это тоже является фактором долголетия. Свой юбилей Екатерина Свангириевна отметила в кругу самых близких людей – детей, внуков и правнуков.